Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень крутая распаковочка. Мы будем с вами смотреть адвент-календарь новогодний, ADM Cosmetic, Catrice. Итак, поехали! Сейчас все покажу наполнение, покажу все, что входит в этот набор. На самом деле очень интересная задумка — собрать адвент-календарь своими руками. На самом деле это вообще очень круто, я такие вещи безумно обожаю. Ну, во-первых, что такое ADM Cosmetic? ADM Cosmetic — это интернет-магазин косметической продукции от ведущих брендов Германии и Чехии. Так, давайте приступим. У нас здесь с вами очень крутые бьюти-штучки от Catrice, и не только, много уходовой косметики. Я уже подглядела. Смотрите, вот он сам адвент-календарь. А здесь у нас с вами часть наполнения. Часть я уже переложила в другую сторону. Так, давайте начнем с календаря. Упаковка подарочная, упаковка крутая. Получить такой подарок будет безумно приятно. Но сразу хочу вам сказать, что на все адвент-календари действует предзаказ. То есть минимум 3 недели. Поэтому если вы планируете к дню рождения, к какому-то юбилею или к Новому году подарить такой или другой календарь, то имейте в виду, у вас должен быть запас 3-4 недели. Так, ну что, поехали. У нас здесь пакетик. Сейчас мы его откроем. Внутри у нас огромное количество таких бумажных пакетиков. Все одинаковые, один отличается. Это, наверное, прям вот в новогоднюю ночь. Happy Holidays, Catrice. Он вот такой вот яркий, розовый. Остальные, они все идентичны. Только с одной стороны коричневый, да, а с другой стороны вот такие вот розовенькие, красивые, и елочка. То есть составлять, собирать можно как вам угодно. Вообще, как вашей душе угодно, проявить фантазию вполне себе реально. Нумерация. Вот у нас номера здесь. 24 позиции, поэтому у нас с вами 24 номера. Каким образом это будет выглядеть? То есть вы клеите номер на пакетик, кладете туда что-то из наполнения. Можно это все дело повесить на веревочке, сделать красиво. Можно все это дело просто оставить в пакетиках. Можно там бантиком завязать и так далее. То есть как выглядят сами пакетики? Смотрите, такая достаточно плотная бумага по типу подарочной. Нам надо с вами обязательно туда что-то поставить, чтобы увидеть. Сейчас я его расправлю и вам покажу. И вот так он будет стоять или висеть. То есть мы что-то туда внутрь кладем, да? Он такой достаточно объемный, все туда влезает, и все там будет. Можно просто завернуть, запаковать, можно заклеить, можно повесить на веревочке, сделать это все, оформить очень классно, если вы кому-то из домашних, например, планируете подарить. Так, ну а теперь давайте смотреть наполнение. Номера у нас, кстати, вот они отклеиваются, да, и мы вот так приклеиваем. Допустим, это у нас будет номер первый. Смотрится красиво, празднично, нарядно, вообще супер. И сюрпризики. Можете что-то для себя оставить, что-то для близких подарить, для друзей и так далее на праздник. В общем, что ваша душа. Давайте начнем с ADM Cosmetic. Я с этим брендом уже знакома, неоднократно тестировала, пробовала. Мне все нравится. Это крем. Все запечатанное приходит. Смотрите, еще даже скотчем запечатали. Это крем, витаминный крем. Бренд Balea, я так правильно понимаю. По-русски здесь ничего нет, но информацию, кому интересно, покажу. Я знаю, что у меня многие девчонки мои тоже любят ADM Cosmetic. Веганский, кстати, продукт, написанный 92% натуральных ингредиентов. Интересная штучка. Сейчас откроем, посмотрим. Так, вот так он выглядит, очень густой. Прям вот густой-густой. Вообще продукция качественная, европейская. Поэтому вот ничего плохого сказать не могу. А пахнет божественно, пахнет какими-то цветочками. И одушка такая яркая. Ой, классно. Это прям такой баттер. Слушайте, прям моментально ручки увлажнил. Я еще, пожалуй, нанесу, хотя нет. Мы с вами еще попробуем вот такой сейчас крем для рук. Это Росман, по-моему, если я не ошибаюсь, бренд. Исана. Я от Исана уже что-то пробовала, но что забыла, девчонки. Правда, это было очень давно. Здесь тоже по-русски ничего нет. Крем для рук 100 мл. Вот мы его сейчас тоже с вами и потестируем. Достаточно тоже густой. Но тут уже такая деликатная душка. Слегка медовая, но прям она деликатная. Мне прям предыдущий крем перебивает вообще сейчас все вокруг. Прям вот он настолько парфюмированный, настолько классный. Вообще, девчонки, вот этот крем прям просто супер. Так, дальше поехали. Что у нас еще от ADM Cosmetic? От Исана. У нас с вами вот такой вот дезодорант. Его буду пробовать впервые. Кто пробовал, обязательно пишите. С розой. Сейчас оценим аромат. Вот такой вот здесь распылитель. Очень удобный. Ой, классный, розой пахнет. Розой плюс... Мне фруктики еще какие-то идут, девчонки, по типу персика. Я даже здесь больше персик чувствую, честно. Очень приятный, яркий, цветочно-фруктовый аромат. Вот прям классный, 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 обалденный. Все такое в одном дизайне, да, класс.
Так, дальше что у нас с вами? А дальше у нас с вами средство для ножек. Тоже, кстати, смотрите, вот так вот скотчем переклеено, чтобы, не дай бог, кто в пути наш с вами продукт не попробовал. Скажем так, давайте откроем, посмотрим. Я думаю, это что-то по типу пилинга для ножек. Так. Ох, как скотч тяжело оттирается. Вот так выглядит крем. И сейчас попробуем. Он очень плотный, девчонки, он очень плотный. Он прям очень-очень плотный. Тоже имеет очень приятную отдушку. Прям очень приятную, слушайте. Что же все так пахнет-то сегодня вкусно? Я думаю, это очень интенсивный, смягчающий и питательный крем. Прям вот очень. Пытаюсь что-то разобрать, но, вы знаете, я вот сильно только в английском языке. Кто пробовал, обязательно напишите. Он прям очень плотный. Вот сегодня я его прям на ночь на ножки нанесу. Потом обо всем, конечно, вам в пустых баночках расскажу. Вот такая паста Don't a Dent. Я так понимаю, она с мятой у нас с вами. Натуральненькая. Большой прям объем, 125 миллилитров. Она у нас тут с вами закрыта. И вот так она выглядит. Белая с мятным. Вот такая. Сейчас попробую. Ой, прям очень-очень мятная. Но, знаете, мята такая не обжигающая, а вкусненькая. От Исаны. Вот такой бальзамчик для губ. Класс. Сейчас откроем, покажу. Он оттеночный, класс. Он вот такой вот красивый, перламутровый. Будет оттеночек придавать. Тоже приятная тушка. Вот тоже приятная тушка опять. Даже у бальзама. Вот такой еще от Балия. Красивый. Если он оттеночный, то вообще супер. Нет, он вот такой вот, прям вот обычный. Как раз сейчас холода начинаются, бальзамы прям супер нужны. Дальше, девчонки, у нас с вами набор бритвенных станков. 5 штук их здесь, интересные. Слушайте, давайте посмотрим. Одноразовые станки с двумя лезвиями. Ну, такие интересненькие, классные. Слушайте, с удовольствием использую. Удобная ручка, классно. Так, и еще один продукт у нас тут. Это пудра. Компактная пудра в оттенке 9, шоколад мой оттенок. Прям красота, просто прелесть. Это у нас с вами бренд, девчонки, Манхэттен. Вот так выглядит. Информацию вам показываю. Давайте откроем, посмотрим. Вот так она выглядит. Оттеночек прям классный. Прям вот оттеночек мой. Супер. Так, ну что, девчонки, теперь Катрис. Самое интересное я прям оставлю на потом, но уже покажу. Так, поехали. Здесь у нас с вами... Это сыворотка. Сыворотка с ниацинамидом и с кислотами. Кто пробовал сыворотки от Катрис, напишите. А я обязательно потом во влогах еще все это с вами буду подробненько тестировать и сводчить. В общем, все. Смотрите, два красивых лака, по крайней мере, пока два нашла. Катрис номер 96 и Катрис вот такой. Классные лаки. Пока я восстанавливаю ногти, потом, возможно, буду применять обычные лаки. И вам обязательно отзыв свой оставлю. Но мне интересно посмотреть на кисточку. Прям вот интересно. Слушайте, а вообще, вот этот цвет зелененький, я вот прям давно такой хотела, честно. Он очень симпатичненький. Но кисточки нормальные, слушайте. В этом плане все нормально. Нет, девочки, представляете, я нашла еще 4 лака. Вот этот похож вообще прям на кошачий глаз. Такой интересный оттенок. Вот этот тоже классный. Вот такой вот оранжевый. Симпатичный. Вот эти два прям вообще топ. Прям вот топ. Блестяшечки, блестяшечки. Вот этот тоже красивый. Нежненький такой. Красивенький прям. И вот этот осенний. Осенний. Так, поехали дальше. Давайте теперь пройдемся по помадкам и блеском. Здесь у меня 4 продукта. Это 2 блеска и 2 тинта. Так, первый блеск выглядит вот так. Так, информацию, где вам показать, чтобы вы поняли, что оттеночек у него какой. 0,20, если я не ошибаюсь. Смотрите, девчонки, вот 0,20. Так, давайте сводчить. Ой, как вкусненько пахнет. Какой приятненький. Это такой блеск, который прям очень плотный. Вот я его сейчас на губы нанесла, девчонки. И он прям плотный-плотный. И вообще не липкий. Очень интересная текстура. Блесточек много, но они такие достаточно однородные. Красиво. Красиво. Я прям с удовольствием буду пользоваться таким. Так, следующий продукт. Это у нас с вами тоже блеск 110. Показываю вам информацию. Вот. Красивый-то какой тоже. Слушайте. Сейчас отсвучим. Он такой же по плотности, он очень-очень плотный, девчонки. Он прям очень, смотрите, какой красивый. Как переливается. Супер. Вот он.
Вообще не липнет. Несмотря на то, что он такой плотный, он не будет растекаться. Вот 100% я его куда нанесла сейчас на губы, вот там он и сидит. Так, дальше у нас с вами два тинта. Сейчас мы найдем оттеночек. Вот это у нас с вами 0,50. Так, фокус 0,50. И второй у нас с вами, который розовенький, это 0,40. Это именно тинты. Я все подробные сводчи, как смотрится на губах, на каждый продукт, девчонки, обязательно в Дзене сделаю посты. Посты или ролики, в общем, как на губах, как на при естественном освещении. Я вам все обязательно продублирую. Ой, это прям розовый кукольный. Слушайте, розовый вот этот я прям Ксюшке отдам. Я прям Ксюшке отдам. Розовая упаковка, и сам он розовый. Вот так они выглядят. Первый бежевый. Мы сейчас заодно с вами проверим, пока на руке пусть застывают. А этот прям кукольный розовый. Так, дальше, девчонки, у меня еще есть две помадки. Безумно красивое оформление. Прям вот очень красивое, нарядное. Так, давайте по порядку. Начнем с розовой. Это тоже написано, что бальзам 110-010 номер. Вот так выглядит информация. Давайте открывать. Ой, это нюд красивый. Это безумно красивый нюд. Смотрите, какой. Делаю сводчик. Это бальзамчик такой с легким оттеночком, который будет слегка выбеливать губки. Приятная мягкая текстура. Вот так вот на руке. Вот видите, он сверху. Будет слегка выбеливать губки. Вот недавно прям искала помаду, которая мне будет выбеливать губы, потому что все какие-то яркие. Так, и здесь у нас с вами какой оттеночек? Так, 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 сейчас найду, девчонки. Нет, не найду. Смотрите, показываю вам этикетку. Что-то я здесь номер не найду. Внизу просто информация. Вот. Так, давайте распаковывать. Ой, какая красота. Слушайте, это тоже бальзамчик, и он безумно красивый. Здесь уже, в принципе, никакого оттенка нет. Я вам даже сводч не передам. Вот он совсем выше. Да, это просто такой вот бальзамчик. Красивый, нарядненький бальзамчик. Очень красивый. Так, поехали дальше. А дальше у нас с вами очень интересный прибор. Я, кстати, впервые такой вижу и впервые буду пользоваться для прочесывания ресниц, я так понимаю, да? Кто таким пользовался, обязательно напишите. Потому что вот здесь внизу инструкция, да? Чтобы у нас с вами реснички не слипались. Для прочесывания ресниц. Сейчас открою, покажу. Он приходит в чехольчике и с крышечкой. Смотрите, какая интересная вещь. Вот так это все дело выглядит. Тоже обязательно во влоге будем делать макияж. Вот крышечка здесь. Я вам все покажу, попробуем с вами вместе, что это из себя представляет. Вообще вещь интересная. Так, дальше у нас с вами тональный крем или камуфляж. Тональный крем или консилер, да? Так, 0,20, легкий бежевый, light беж. Оттеночек сейчас просвочим. Консилер, он всегда должен быть светлее, нежели сам тональный крем, потому что он создан для того, чтобы высветлять определенные какие-то участки. Поэтому я думаю, в принципе, он нормальный. По оттеночку с легким таким оттенком загара. Вот так он выглядит. В принципе, камера вам правильно передает. Плотный. Прям вот плотный-плотный. Я думаю, будет очень хорошо маскировать. Классный. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами еще одна сыворотка. Смотрите, в коробочке. Тоже кислоты, алоэ вера и ромашка. Как интересно. Состав интересный. Так, по-русски здесь опять нет. Но кому интересно, вот ингредиенты. Можете нажать на паузу, ознакомиться. Так, 5% гликолевая кислота. Давайте открывать. Сывороток вообще мало не бывает. Я это дело тоже безумно люблю. Она у нас с вами в темном стекле. С пипеточкой. Вот такая прям густенькая, прям густенькая такая, мутненькая. Смотрите, какая. Угу, интересно. Будем пробовать. Будем пробовать все вместе с вами. Так, дальше. Это у нас с вами, я так поняла, гель кислотный, точечного действия, который, в принципе, можно применять при высыпаниях, при каких-то проблемах кожи или вообще наносить точечно. Он выглядит вот так, как крем для век. Смотрите, и вот такой вот слегка вот мутненький, интересный гель. Тоже все попробую, вам потом расскажу. Так, ну у нас осталось самое интересное. Нет, еще не только самое интересное. SPF 20-очка, тональный крем, даже тинт. Именно тинт, вообще тинт, это интересная вещь. Пришел, кстати, заслюдированный тональный тинт. Давайте попробуем. Если он будет легенький, я буду этому безумно рада. Но он вот такой вот светленький. Он прям даже с легким камерой вам не передает розовым оттенком. Так, где у нас здесь с вами оттенок? Итальянский, кстати, Made in Italy. Оттеночек какой? Непонятно. Так, пробуем тинт. Смотрите.
Пока на руке он прям вот розовый. Распределяем по коже. Надо будет смотреть потом на лице. Тинт, он обладает легким выравнивающим эффектом. Но, в принципе, вот на руке он мне кожу не выбелил после распределения SPF 20, что тоже очень хорошо. Так, смотрим дальше. Дальше румяна от Catrice. Вот такие красивучие. Прям красивучие. И они у нас с вами в оттеночке в каком-то. Да, 0,20. Давайте просвочим. Сейчас вся в сводчах буду, девчонки. Так, румяшки. Слушайте, это вот они кажутся в упаковке розовыми, а когда наносишь на руку, у них есть такой легкий коралловый подтон, а еще они блестят и переливаются. Знаете, такой голографический эффект передает вам камера, не передает, камера, передавай. Ты должна это передать, это выглядит очень красиво. Они переливаются. Хотя вот самих блесток по факту я не вижу. Но они переливаются. Они переливаются то в какой-то золотистый. Вот так вот видно, мне кажется, то в розовый. Вообще класс. Таких румян у меня еще не было. Супер, будем тестить. Так, дальше у нас с вами скульптор. Вот такой вот красивый. Ну, бронзер. Бронзер, скульптор. Оттеночек 0,10. Сейчас тоже просвочим. Если он тоже будет с таким эффектом, то супер. Слушайте, ну румяна вообще класс. Мне очень понравились. Я прям в восторге. Кстати, румяна и все продукты, они вот здесь вот тоже заклеены. Заклеены. Это такая защита от вскрытия, что тоже очень радует. Так, смотрим. Смотрим, сводчим. Красота. Такая рифленая поверхность. Так. Достаточно деликатный продукт. На крем даже мне хорошо лег. У меня здесь прям уже на этой руке много средств. Вот видите, достаточно деликатный продукт. Подойдет прям для такого естественного контуринга. Очень красивого и натурального. Нравится. Очень нравится. И остались у нас с вами две палеточки. Давайте начнем с вот этой первой. Pro Peach Origin. Да? Slim Eyeshadow Palette. У кого такая есть, потому что, мне кажется, она уже примелькалась и довольно популярная. Так, она у нас тоже в нескольких оттенках, судя по всему. И у меня 0,10. Давайте смотреть. Блин, какие классные оттенки мои, ну, кроме синего. Я очень люблю. Убираем пленочку. Она, кстати, тоже тут приклеена, чтобы она даже при транспортировке не сдвинулась. Обалдеть. И здесь, кстати, есть зеркальце. Видите? Зеркальце. Вот такие красивучие, девчонки, оттенки. Прям вот красивые. И для смоки, и на повседневочку. Мне вот этот безумно нравится оттеночек. Я такие прям обожаю. Этот прям как хайлайтер. Вот эти четыре вверху блестяшечки. Смотрите, как классно. То есть здесь полосочки другого цвета. Темно-синий, синий, коричневый. И прям совсем такой темненький. Мне интересно вот этот. Посмотрите. Классный, темный. Давайте вот этот еще попробуем. Я потом просвочу вам все. Очень насыщенная пигментация, девчонки. Прям очень. Какой еще вот этот возьмем? Ой, красивый. Это такое розовое золото, девчонки. Розовое золото. Прям очень красиво. Я прям всю палеточку обязательно просвочу в цене. Все покажу. Поношу. На глазах отзыв дам прям подробный. Вообще палетка великолепная. Так, и следующая палетка. От Catrice она выглядит вот так. Даринг, айшадоу палет, 18 грамм. Она прям такая тяжелая, слушайте, она тяжелая, прям очень красивая. Оп, открываем. И смотрите, как это выглядит красиво, безумно. Давайте посмотрим опять на момент насыщенности. Ой, красота какая. Посмотрите. Супер. Пальчиком вообще классно набирается. Просто огонь пигментации, девчонки, просто огонь. Вообще, очень красивая палетка, безумно красивая. В любимчиках будет. Так, ну а что, теперь предлагаю посмотреть тинты. Вот у нас с вами был коричневый и розовый, да? Фокус, вернись, я все прощу. Давайте посмотрим. Так. Ой, розовый вообще не стирается. Слушайте, а коричневый, он такой естественный след оставляет прям. А розовый вообще не стирается, смотрите. Вообще не стирается. А у коричневого такой легкий естественный след остается. Обалдеть. Вот это стойкость, вот это тинт. Вот это порадовало. Слушайте, вообще красота. Супер. Так, и еще мы с вами не посмотрели два карандашика. Я так понимаю, это же карандаш у нас с вами, да, для бровей. Смотрите, вот такой вот карандашик в оттеночке. Сейчас найдем мы с вами где. 0,30, medium brown. А вот оно. 0,30, medium brown. Сводчим. Смотрите, какой классный. Прорисовывать прям бровки. Давайте нарисуем. Смотрите, при нанесении он сначала вот так ржет, а когда высыхает, становится коричневым. Очень интересно вообще. Смотрите. Вот так волоски можно очень удобно прорисовывать. Вот те полосочки, которые еще влажные, они такие вот почему-то с рженцой. А которые высыхают, они такие коричневые.
Вот такой вот классный. Сейчас, когда высохнут, будет уже видно, подробно посмотрим. Так, и следующий у нас с вами лайнер для глаз в оттенке ультра-черный, 0,1. Смотрим. Так, это вот так выглядит. У нас тут с вами флакончик с жидким средством. И вот так выглядит кисточка. Она такая прям тоненькая, аккуратненькая. Давайте нарисуем сводчик. Прям можно тоненькую линию рисовать. Смотрите, как здорово. Супер. Так, а вот у нас с вами подсыхает. Ой, слушайте, подсыхает и подсыхает, и остается намертво. Прям. Остается прям намертво. Не сотрешь. Вот прям нестираемая вещь. Прикольно. Так, ну на этом все, мои хорошие. Я вам показала адвент-календарь, я вам показала шикарнейшее, я считаю, наполнение. Ну вот просто шикарнейшее. Прям вот у Деда Мороза просите себе такой. Однозначно понравится. Но календарей на самом деле у них много. Я ссылочки все оставлю, как всегда, в инфобоксе. Кому понравился обзор, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.